Emperor has been expecting you. Всем привет, дорогие друзья! Напомню, что у меня есть группа ВК. Если вы еще не подписались на нее, то сейчас самое время. Я уже довольно давно хотел снять видео об одном из моих любимых персонажей вселенной Звездных Войн, который не является пользователем силы. И наконец-то для этого и появился повод. Как вы знаете, вышел трейлер третьего сезона сериала Rebels, и как вы могли заметить, там появился сам Траун. Кстати, он чем-то похож на капитана Кирка из вселенной Star Trek. Но о нем я говорить не буду, ибо другая вселенная. Итак, начнем, собственно, с того, как Траун появился во вселенной Star Wars. Этого персонажа придумал Тимоти Зан, один из самых качественных, по моему мнению, авторов, которые пишут книги в этой вселенной. Так вот, в 1991 году была написана книга «Наследник Империи», в которой Траун был главным антагонистом. Сюжет новеллы основывался на том, как вернувшийся из западного крыла галактики, того самого, где сейчас лежит Первый Орден, адмирал Траун, через 3 года после уничтожения Второй Звезды Смерти, смог объединить половину всех адмиралов и моффов бывшей Империи и нанести флоту Новой Республики смертельный удар. Поражения Республики были настолько серьезными, что адмирал Акбар был даже обвинен в государственной измене, в то время как на самом деле он находился под воздействием боевой медитации Джируса Кабота, одной из пешек Трауна, клоном одного из джедаев времен первого эпизода и, по сути, был невиновным. Когда-нибудь про этого джедая и его клона будет сделано отдельное видео, но сейчас не будем отходить от истории Трауна. Книга быстро стала бестселлером, и вскоре автор закончил работу над всей трилогией Трауна. Не буду раскрывать все детали сюжета, но скажу, что Траун погиб, будучи предан своим ближайшим союзникам. Потом вышло 2 книги, объединенных под названием «Рука Трауна». Эти книги рассказывали о том, как через несколько лет после смерти Трауна его союзники решили воспользоваться его клоном, чтобы сымитировать его возвращение из изгнания. Ведь никто не знал, погиб ли адмирал на самом деле. Также после успеха первой трилогии автор решил рассказать нам о том, как же Траун попал на службу Империи. Это произошло еще в то время, когда Торговая Федерация была в составе Республики, а Оби-Ван был молодым и перспективным рыцарем-джедаем. В то время Сенат грезил о расширении территории Республики и создал проекты кораблей, названных «Сверхдальний перелет». Кстати, есть предположение, что один из таких кораблей даже направился в соседнюю галактику. Возможно, это был Млечный Путь. На это указывает несколько фактов, но это требует отдельного видео. Так вот, главой первого сверхдальнего перелета был назначен пресловутый Джурус Кабоот, давний знакомый Квай-Гон Джина. Вместе с санкционированным сенатом сверхдальним перелетом в западное крыло галактики, родину Трауна, был направлен также флот Торговой Федерации. В то время молодой Чис служил во флоте своей родины и сражался против космических вторженцев в Аагари, а также обладал информацией о неких вторженцах из другой галактики – Ю-Жень-Вонгах. Дабы не допустить расширения влияния Республики в этом регионе, Траун заманил Джируса Кабота и его флот в ловушку, натравив на флот Ваагари. Лишь 57 членов экипажа сверхдального перелета выжило и смогло вернуться на Корусант. Этим действием Траун, так сказать, убил сразу 2 зайцев, остановил расширение Республики и прекратил буйство Ваагари. Несмотря на все заслуги перед своим народом, неоднозначная тактика адмирала подпортила его репутацию, и его же собственный народ отправил его в изгнание. Впрочем, у этого были и свои плюсы, ведь благодаря своему острому уму молодого командира приметил сам Сидиус. В год окончания войн клонов имперский корабль обнаружил немного одичавшего, но не потерявшего рассудка синекожего чистского офицера и арестовал его. Впрочем, командир корабля увидел потенциал Трауна и взял его в свои ученики. Затем о находке узнал сам Палпатин. В результате Траун стал первым адмиралом за всю историю Империи, который обладал синим цветом кожи, а затем и первым гранд-адмиралом из инопланетян. К моему удивлению, в большинстве мест, где гранд-адмирал озвучен, например, в Empire at War, его голос очень сильно напоминает человеческий, а в Rebels он так вообще говорит без акцента. Да и его лицо стало больше походить на человеческое. И это при том, что чисы из Jedi Outcast и Jedi Academy обладают ужасным акцентом, а в Севатор ни один чис так вообще не смог произнести на общегалактическом языке ни одного слова. Видимо, разум Трауна проявлялся и в его умении изучать языки других народов. Кстати, именно благодаря склонности к изучению культуры и истории своих врагов, Траун умел предсказывать поведение и боевую тактику своих противников. Напоследок скажу про любимых питомцев Трауна – Ногри.
Ну ладно, расистские шутки о том, что ногры являются животными, я использовать не буду. На самом деле его питомцами были Ясаламири, тоже рептилии, но уже совсем неразумные, но зато создающие вокруг себя поле, не дающее джедаям или ситам повредить их. Кстати, этих созданий можно было увидеть в трейлере третьего сезона «Повстанцев». Они там были больше похожи на статую, но мне кажется, что они были живыми. Итак, подводя итоги, хочется сказать, что Траун уже был довольно проработанным и интересным персонажем. Уж не знаю, зачем его вырезали из вселенной, но поскольку он вернулся, а историю для Трауна пишет все тот же Тимоти Зан, то надежда на то, что он также останется моим любимым персонажем, остается. Кстати, в 2010 году Дэйв Филони уже предлагал включить его в одну из серий «Войн клонов», но так же, как и с Бэйном и Ревеном, эта идея была отвергнута. Надеюсь, вам было приятно посмотреть данное видео. Подпишитесь на мой канал и мою группу ВК, если хотите видеть больше подобных видео. Также посетите мой лайв-канал, где выкладываются записи стримов, и мой Twitch, где эти самые стримы проходят. Также не забудьте посетить мой второй, англоязычный канал, где я играю в различные компьютерные игры и выкладываю теории ПЗВ на английском. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока!